Скарлетт пошла в домик ужинать. Видите, малыш маленький у Скарлетт. Ау-ау такая. Ау-ау. Ты детей, что ли, зовешь? Детей зовет, говорит, дети! Ко мне! Такой раз, 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 раз. Приучает мясо кушать. Ух, Агаша, за другим куском пошли. Сел попой на мясо, смотри, такой. Еще в домик пошла. Проверить. Да, он второй вынесла кусочек. И второй побежал наверх. Дети тоже будут есть, а мамка... Ну, дети ж не дадут маме поесть, если их не отвлечь. Полосатое семейство. Так, надо куда-то перебраться. Мне тут поближе не очень удобно. Дербаня, да, такие? Угу. Хищники. Потом, да, молочко закусят. Ой, прям он с ней вместе ест. Скарлетт очень хорошая мама. На мамином хвосте. Что, еще за куском мяса пошла, что ли? Проверю, сколько еще есть или нет. Как вкусно! Ой, ой, и страшно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В домик за мамой раз. А этот остался. Угу. Чебози. Как справиться с этим куском-то? Ой. Уезжает камера. Угу, вышла Скарлетт. Так, Скарлетт же не метит, да? Нет, не метит. Но мы не будем ее звать. Да, ее не надо звать, она сама приходит, да? Да, Игорь, я прихожу сама. Угу. Иди кушай. Говорят, когда тигры так ворчат, это доброжелательно настроены. Малявочка. Так, малявочка. Опа. Thank you.
попить пошел. Нет, не попить. Маленький будет, хороший. Угу. Кружечки. Пусть и будь здоров. Будь здоров. Мама зовет. Мама зовет. Надо к маме идти. Да-да. Ну куда ж ты? Тебя ж не видно так. По маме походить. Мамин хвост покоя не дает. Игрульки. Это кто? Мне кажется, посетители. Кто-то балуется, да? Ну, не у одних нас с Вентура есть. Он там, да, приехал на выезд. Да, работает на выезде. Ну, ты пойдешь к маме или ты будешь тут вот у нас? Вон у нее рядышком. Уши, посмотри, какие уши. Уши зачетные. Круглые, с пятнышками, вообще. Красоту. Давай, беги к маме. Беги к маме. Наблюдатель. И смотри. Давай. Ага, а тут потащил кусочек в домик. И этот туда же. Что, охотники. Домой? Охотники. Нет, мама легла. Мама легла. Ой, мама легла. Мама зовет на кормление. На вечерний, да. Молочко вечернее. Машинка поехала с рабочими. Скарлетт, ты так хорошо там лежала. Ну, теперь в угол зашли. Ой, кусает ее. Второй идет. Ой, малыш, малыш. Кусалка. Посмотри, что поддала. Ничего, Ваня, вау, вау, вау. Ой, малыш. Написала, что ли? Черт. Она сохраняет. Теперь и Скарлетт метит. Вот это новость. Скарлетт, Скарлетт, разве так можно? Не ожидали мы сюда. Так, давай без этих уже. Разочек пометила и хватит. Мы все поняли. Неудобно. Неудобно здесь. Я вот только напротив поддона присоседилась тут. Примостилась. Нет, мы пришли сюда. Вау. Ну все, я пошла отсюда. Мамина игруля. Ты бойся. Интересно. Угу. Надоели. В разные стороны. Дети такие, что случилось?
За мамой. А мама куда? Мама мясо. Мясо подъедать? Нет, полезала и хорош. Давай попить пошел. Ага, Скарлетт улеглась вот здесь. Дитё зашло в дом. А вот отец семейства. Лапки кверху. Папа! Хасан! Во всей красе? Ну, вы видели, чтобы тигры так спали? Так спят только обласканные домашние животные. Расслабленные. Угу. Совсем. Да. Ну, а дети? Ага, дети в домике. Ну вот, вот такой. Вечерок. Все. Дети в доме. Ну, пока.